Всем привет, меня зовут Сергей Дмитриев, и это видеодемонстрация работы штатных эффектов цифровой консоли Tascam DM3200. А для начала я вам покажу необработанные сигналы каналов. В миксе у нас участвуют две дисторшн-гитары. Окей. Бас-гитара, записанная в линию. Теперь, что касается барабанов. Барабаны у меня триггерные, начнем с рабочего. Вот моно, необработанный сигнал. Вот такой вот немножко пластиковый. Теперь добавляем сюда бас-бочку. Ну и теперь, что касается обработки. Начнем с бас-бочки. Заготовленный мною компрессор и эквалайзер. Выглядит это так. Вот внизу вы видите компрессор и отчиха. Вот такая линия на бас-бочке. Теперь добавляем немного рум-верба. Как он звучит? Теперь возвращаем обработки снара. Это заготовленный мной компрессор и эквалайзер. Чиха по-малому вот следующее. Динамическая обработка. Вот настройки компрессии вы видите внизу. Теперь на малый добавляем немного рума и холл. Настройки точно я не помню, значение. Сейчас послушаем. Теперь открываем все остальные каналы. Открываем бас, железо, томы. На железо рум. Пока эквалайзера и компрессора у меня на нем нету. И немного холла. Теперь, что касается баса. На басу у меня заготовлен пока только компрессор. Компрессор достаточно лояльный. То есть не такой агрессивный. На гитары. Включаем гитары, добавляем немного рума. И теперь микс. Вот примерно так работают эффекты на цифровой консоли Tascam DM3200. Спасибо за внимание.